Она грязи не боится. На тест-драйв в Самару прибыла пылеуборочная машина элеваторного типа. Свое серьезное название техника оправдывает возможностями. Она способна убирать с дорог слежавшуюся за зиму грязь, даже если слой ее достиг 5 сантиметров. Вместе с пылью в бункер отправляется и мусор, который дорожный пылесос втянуть не может. Раньше нам необходимо было ставить погрузчик, людей с лопатами и вручную это все убирать. Сейчас при средней скорости 3-5 км в час у нас производительность повышается в десятки раз. Погрузчики, тракторы, самосвалы, почти 150 единиц спецтехники сегодня выставляют на площади Куйбышева. Ковшины очищены, щетки взъерошены, дворники вооружены метлами и граблями. Первый вице-мэр Владимир Василенко проверяет готовность служб ЖКХ и благоустройства генеральной уборки города. Есть моменты, где недостаточно приобретено инструмента, который будет использоваться для раздачи населения, количество мешков. Вот эту ситуацию мы сейчас в течение 2-3 дней поправим, управляющая компания, они доукомплектуются и будут работать. Большая весенняя уборка города уже началась. Все службы в полной боеготовности. Скоро подключатся и самарцы. Горожане настроены выйти во дворы, чтобы привести их в порядок. Управляющие компании предоставят людям краску и известь и необходимые инструменты. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».